Давай сделаем. Всем привет, друзья! Спасибо, что пришли. Ну что, давайте начинать. Давайте познакомимся для начала. Всем привет, ребят. Меня зовут Егор. Я 3D-художник в компании Darling Games. Меня зовут Тарас. Я тоже 3D-художник в компании Targim Games. И сегодня мы с Егором постараемся простым и понятным языком рассказать вам о том, что такое геймдев с перспективы художника. То есть, что такое производство игр с перспективы арт-отдела. Пару слов о студии. Мы работаем в компании Targim Games, как я уже сказал. Она делала такие игры, как Star Conflict, Insane, Armageddon Riders, Blaze Rush и, конечно же, Ex Machina. Ну и многие другие. Но мы сегодня поговорим о Crossout. Дело в том, что мы с Егором уже довольно давно работаем именно на этом проекте, и сегодня мы расскажем о том, как мы делаем арт здесь. Что такое Crossout? И для тех, кто не в курсе, для тех, кто пришел сюда, не играя в нашу игру, или, может быть, недавно начал, Crossout — это постапокалипсис, огромные тачки, огромные пушки и сражения с другими за ценные ресурсы и другие награды. Что же вас ждет в игре? Я расскажу. То есть в этой игре вы можете собирать свой бронемобиль, свой монстр-мобиль из деталей конструктора, вернее, из конструкционных деталей, подобно конструктору. Вы можете взять любую деталь, расположить ее и прикрепить так, как вам того хочется, и от того, как вы собрали свой монстр-крафт, и будет вестись ваша игра. Для любителей покрасоваться, распустить перышки, мы дали возможность игрокам покрасить, например, свою тачку в любой цвет. То есть вы можете прям каждую деталь в свою расцветку, в свою фактуру, в свой паттерн покрасить на ваш вкус. Также вы можете обклеить свою тачку всякими бешеными стикерами и, конечно, украсить ее просто всевозможным количеством декора. Еще у каждого игрока есть гараж. Гараж с большим учебным полигоном, который также можно под себя кастомизировать, настроить, пригласить туда друзей и просто фаниться, кататься. После того, как вы построили гараж и тачку, погнали в пустоши, погнали в PvP, PvE режимы, в сюжетные режимы, в геймплейные различные потасовки, которые у нас постоянно случаются, разваливать карты других игроков за, опять же, ресурсы и награду. Не получилось развалить, развалили вас, ничего страшного, пересмотрели свой крафт, пересобрали, подумали над тактикой и погнали снова. Окей, Егор, я думаю, тебе есть что рассказать про фракции. Да, я тоже так думаю. Ребят, давайте немножечко посмотрим, что такое стилистика Crossout, да, какие у нас есть. Вообще, перво-наперво, да, как мы уже говорили, Crossout — это про постапокалипсис, да. Но опять же, постапокалипсис может быть совершенно в другом, совершенно в разных формах, да, и у нас есть такой как бы раздел в игре, да, как фракции, где игрок может взять и выбрать себе более подходящую фракцию, да, по стилистике и по геймплею. Но мы сегодня в силу как бы тематики нашей презентации чуть больше остановимся на стилистике. Давайте рассмотрим. Я предлагаю вкратце дать пару определений общего, так скажем, вайба, да, наших фракций. Начнем с механиков. Что такое механики? Механики — это самая стартовая, самая базовая, да, ты начинаешь игру с механиков, да, то есть они как бы берут тебя, пришедшего нового человека, да, в пустошах, к ним. Механики — это автомобилисты, это ремонтники, это люди, которые не выпендриваются слишком сильно в плане своего стиля, в плане образа и так далее. Они используют какие-то части автомобиля, там, пикапа, что-то очень классическое, больше немножечко в сторону западного такого родео, может быть, какого-то слэш, там, кантри, да, какой-то вайб. В то время как мусорщики, что да, у нас? Да, мусорщики. Это ребята, которые, название которых говорит само за себя, но по сути это собиратели. То есть это люди, которые думают о функционале прежде всего. Они на руинах старого мира находят различную старую технику, практически музейные экспонаты, адаптируют их под себя, пересобирают и гоняют на таких вот крафтах.
Да? Да. А дальше? Дальше нужны скитальцы? Скитальцы. Скитальцы — это такие парни очень интересные, очень загадочные, я бы сказал. Потому что они больше, знаете, кочевный такой вайб, да, они очень любят всю такую летательную технику, такие вещи, как вертолеты, самолеты, обломки, да, этих всяких вертолетов и кукурузников, они как бы очень специализируются на пулеметах каких-то, да, миниганах, что-то такое, вот, но они вот в сравнении с двумя вот этими ребятами, механиками и мусорщиками, которых мы на данный момент рассмотрели, они потехнологичнее обоих, да, обоих. Угу, да. А нам не важно, мы просто говорим, что видим. Йоу, поехали дальше. Поехали дальше. Бешеные, очень крутые чуваки. То есть, эта фракция, опять же, ну, само название говорящее, они любят очень легкие крафты, облегченные, быструю скорость, близкий контакт, контактное орудие, различные ракетницы, дробовики. Короче, это ребята, которые лезут на рожон, которым наплевать. Вот это прям типичный постапокалиптичный вайб этой фракции, да? Я бы немножечко еще здесь отметил, что они абсолютно из хаоса собирают свои... Они очень хаотично собирают свои конструкционки, свои кабины. То есть они сваривают, то есть, как бы, да, трубы и все такое крайне грубой, как бы, методикой, да, то есть они вообще им плевать. Потому что они идут в расход, они собирают тачку с прицелом на то, что она развалится там, наверное, где-то по дороге, то есть они все собрали как попало, она, главное, весит мало, несет на себе пушку, а что еще нужно? Ну, погнали воевать. А вот степные волки — это уже другая тема. Я согласен полностью, потому что это милитари ребята. Это ребята, которые несут в себе вот этот классический мотив, строгий, дисциплинарный, что в плане, как бы, своих конструкционок и кабин, да, которые, грубо говоря, являются из настоящего мира военной техникой. То есть, да, то есть они берут настоящие наименования и немножечко их модифицируют под чуть что-то более, я бы сказал, наверное, современное, да, на манер постапокалипсиса, мира, в котором находится на данный момент красава. Дети рассвета. Дети рассвета — это их, кстати, последователи. Угу. То есть у военных у нас строгая дисциплина и такой суровый внешний вид, сдержанный. Дети рассвета — это, так скажем, интеллектуалы, то есть степные волки, которые вышли на новый уровень, наверное, можно так сказать. У них есть технологии, недоступные другим. Это куча всякого энергетического оружия. Их техника вообще похожа на какие-то космические корабли, как будто, возможно, это были прототипы, прототипы какие-то музейные, они их оборудовали под себя, возможно, это действительно что-то, что использовалось в каких-то, или планировалось использоваться в внеземных условиях до катастрофы. Ну, в общем, Дети Рассвета — это высокотехнологичная, а тоже очень дисциплинированная фракция. Так и есть. Да. Вот эти ребята очень классные. Вот эти? Да. Одни из самых любимых. Это огнепоклонники. Друзья, огнепоклонники — это левел апнутые бешеные, если говорить простым языком, потому что они используют весь тот же классический пустынный, да, вайб чего-то очень гоночного, чего-то очень скоростного, но здесь немножечко подключается в игру образность. Mm-hmm. Эти ребята очень любят мифологических существ всяких, да, их дробовики даже называются таким, да, и стараются, как бы, в силуэте в своем и в функционале передать этот мифологический геймплей, если так можно сказать. Прикольные ребята, очень. Да, они как будто действуют, знаешь, на устрашение врага, и как вот раньше там древние воины украшали свои корабли какими-то там мордами страшными, вот эти ребята делают то же самое, потому что они, видимо, слегка религиозные. Ну, это тоже из названия, есть, это есть понятно. Такое. Дальше Синдикат, тоже любители стильно подрифтить и покрасоваться, вот такие фракции, которые идут дальше, это как бы не классическая наша линейка фракций, это всегда ребята, которые приезжают и уезжают в пустоши на определенные ивенты. Так вот, Синдикат привез с собой очень много тюнинга для тачек, то есть тачек в стиле уличного тюнинга для дрифта, для гонок и, в общем, видно, что они очень любят выпендриваться. Это видно и по их конструкционкам, и оружие у них довольно сложное, технологичное. То есть видно, что они подходят очень как-то основательно и методично к тому, что делают. Да. Угу. В то время как основатели, ребята как бы с такой хваткой, да, потому что это
это строители, если грубо говорить. Да? Они используют строительную технику как основу и берут и улучшают ее технологически. У них есть немножечко как будто бы отношений каких-то, да? Ну, в плане лора мы не знаем точно, все может быть, но как будто бы они немножечко общаются с детьми рассвета в плане того, что у них есть очень много энергии, да, энергетического ресурса, да, то есть всякие лазерные буры, всякие гвоздометы, которые, ну, мы рассмотрим чуть позже, да. Mm-hmm. А пока что основатели — это очень прикольные ребята, которые используют строительную технику, скажем так. Вообще, немножко с точки зрения разработчика, думаю, важно сказать, что фракции в играх нужны для того, чтобы, ну, конкретно в нашей, разделить ветки технологии и стилистически их выделить. А вот такие фракции, как Синдикат, Основатели, нужны для того, чтобы немножко разбавить вот эту единообразность стилистическую и при этом иметь возможность в каждый ивент из разных веток технологий давать людям разные пушки, разные кабины с разным направлением, чтобы немножечко-немножко это перемешать и вот эту однородность арта разбавить таким образом. Да. Производство локаций. Друзья, мир Красаута, да? Какой он? Как он выглядит? То есть, как он... Что в нем происходит? Я думаю, самое главное, как он производится, как он создается. Давайте немножечко рассмотрим локации, да, производство локаций. Ну, перво-наперво важно отметить, что все начинается с идеи, все начинается с референсов, все начинается с концепции. Да? Наши художники по концепт-арту ищут и выясняют сеттинг, нечто такое, как сеттинг. Что такое сеттинг? Давайте мы посмотрим дальше. Сеттинг отвечает на вопросы, что это за место, да, что это за эпоха и какие обстоятельства в данном сеттинге происходят. Когда мы разрабатываем какую-то локацию, сначала нам приходят скетчи, да, на заданную тему, мы отвечаем на все эти вопросы. То есть здесь это что? Советский Союз, Чернобыль? Может быть, здесь это какой-то постапокалиптический киберпанк? Вы, может быть, уже начинаете... Можно назад опять? Mm-hmm. Вы, может быть, уже начинаете какую-то ловить да, схожесть с тем, что вы видели дальше во фракциях. И да, ответ — да. Каждая фракция как бы имеет свои сеттинги, и чтобы как бы больше сторителла, да, происходило. Mm-hmm. Или это может быть научно-исследовательские поселения, да, которые... Это «Дети рассвета», то есть. Ты думаешь? Я думаю, да. Потому что я тоже так думаю. Окей. Okay. И если мы пойдем дальше, то это вообще что-то азиатское. Хм. То есть, может быть, здесь вообще какие-то гибриды уже того, что мы видели, да, в плане постапокалиптического киберпанка, который mm-hmm. мог бы существовать в мире Кроссаута, потому что это постапокалипсис, но киберпанк тоже может иметь там место. Да? Если мы его свяжем, возможно, чуть больше с какой-то нацией или с какой-то культурой чуть ближе, да, как это люди воспринимают. Ну смотри, катастрофа же в мире Кроссаут, она произошла вот на более высоком, скажем, уровне развития общества, чем вот мы сейчас наблюдаем. Да, это альтернативная вселенная, в которой у людей на момент катастрофы технологии шагнули дальше, чем у нас сейчас. Причем это, в общем, в лоре есть на это ответы. Кто интересуется, поиграйте. Да? Или это что? Заброшенная научная станция, да? Тоже что-то в разряде чего-то такого ученского, может быть, экспериментального, может быть, уже чуть более такого брутализма, да, в архитектуре мы можем заснуть. То есть это все идут поиски в этих скетчах, а затем эти скетчи переходят в производство полноценное. По этим скетчам, да, то есть мы смотрим на то, какие художник нам задал массивы, да, это может быть дома какие-то, если локация, которую мы производим, там раньше была жизнь какая-то, да, то это массивы, и художники по локациям, да, особенно художники, которые больше как бы углубляются в профиль нечто, что называется пропов, да, проп — это, значит, 3D-объект, окружение, да, которое статично стоит на локации и служит различным как бы целям, да, как может быть задача какого-то силуэта, да, какого-то препятствия, да, какого-то укрытия и так далее. То есть здесь сейчас представлены
на вот этом слайде, очень просто ничтожно маленький процент того количества, да, пробов, которые у нас есть в игре, это просто как бы более классифицировано, да, то есть мы можем рассмотреть, как создаются блоки зданий, да, какие-то железобетонные конструкции, да, какой-то набор поселений фракционных, да, в которые как бы по сторителлингу, да, по истории, по лору живут, да, или функционируют какие-то члены фракции какой-либо, да. И потом, получается, из этих блоков, собственно, сама локация и собирается. Да, 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 да. То есть у нас есть много блоков, какие-то просто заполняют объем условно, какие-то показывают инфраструктуру более детально, какие-то, вот я вижу, у тебя тут билборды, вывески, показывают историю, то есть они рассказывают о том, что это за место, и можно догадаться из контекста, что здесь раньше происходило. Да. Это добавляет жизни локации. Да-да-да. Какой-то, возможно, какие-то рестораны, которые расскажут вам, да, немножечко больше о мире, да, до катастрофы, что произойдет, какие люди смотрели аниме, да, в каких ресторанах они питались, да, и так далее. Что у нас дальше? Дальше у нас идет непосредственно самое важное. Это сборка макета и дальнейшие итерации работы с локацией. То есть макет. Что такое макет? В игровом движке, да, в котором у нас происходят как бы все работы с игрой, художники по локациям, точнее, правильнее сказать, не художники по локациям, а левел-дизайнеры создают макет, да, блок-аут, если угодно. Локации рисуют ландшафт, да, понимают уровневость, да, условно говоря, этой карты, этой локации, что, допустим, игрок едет здесь по одной равнине, здесь она уходит немножечко больше на какой-то холм, то есть это уже high-ground пространство, здесь уже другой геймплей немножечко, и они его могут разбавлять и как-то балансировать путем добавления какого-то вот куба, как здесь, да, на скрине. Слушай, а я правильно понимаю, то есть в тот момент, когда художник ищет вот эти внешние образ локации, левел-дизайнер уже начинает делать прототип. И вот этот прототип — это то, как локация будет играться, а художник сделает из нее то, как она будет ощущаться эстетически. Совершенно верно. Верно. Это на самом деле ключевой момент, потому что работа, концепт художника и левел-дизайнера на самом деле происходит чуть ли не одновременно. Да? И они как бы танцуют вместе, да, в этом танце производства, да? Если так можно выразиться. Едем дальше? Мы едем дальше, и мы видим уже чуть-чуть другой этап. Да? И этот этап сразу, да, то есть вы можете сказать, ну, почему, был макет, да, финализация какие-то. Нет, это и есть следующий этап. То есть мы сразу, когда у нас готов макет, который тестеры как бы активно тестируют, смотрят, как играется, да, игра на этой карте, они, значит, с художником, не с художником, художники, в общем, начинают 3D-художники по локациям, начинают создавать по концептам заданным, да, концепт художниками, они начинают создавать вот эти пропы, которые мы рассмотрели раньше. То есть получается, что у нас есть макет, и мы уже знаем точно, как будет ощущаться игра здесь, на данной локации. А дальше просто вот эти объемы, обозначенные на предыдущем слайде, давайте верну, вот эти объемы серыми простыми кубами, художник должен как-то заполнить. Как он это сделает, это уже, собственно, и есть работа арт-отдела. Да, художник должен понять и увидеть, как лучше, потому что концепт арт никогда не нарисован настолько точно, что тебе нужно его досконально повторить и, допустим, упустить все моменты с пропорциями, да? Концепт-арт — это как будто настроение, знаешь, общий сеттинг такой. То есть, абсолютно, совершенно верно. Да. Да. Идет, иными словами, финализация, на этапе финализации идет замена серых блоков на уже более финальный вид. Угу. И в самом конце полиш. Вау. Да, что-то подобное. То есть мы уже прорабатываем землю гораздо более. Вот этот ландшафт изначальный, да, мы уже добавляем на него более сложные материалы, да, то есть там трех-четырех, как скольки угодно, да, то есть, значит, смешений, да, всяких разных текстур, мы их смешиваем по-всякому, мы добавляем какие-то и постпроцессинг, да, то есть где-то мы, то есть, работаем с кадром, да, чуть больше, где-то мы добавляем VFX, да, то есть эффекты, грубо говоря, да, то есть где-то дым идет, мы понимаем, что здесь был какой-то разорванный
танкер, я не знаю, да, взорванный, и из него, конечно, будет идти дым и огонь тоже. То есть мы через все вот это рассказываем историю локации. Да, что произошло? Вау. Потому что в постапокалипсисе что-то произошло 100% да, в той или иной локации. И история, в общем, длинная у каждой локации. Конечно, разумеется. Слушай, это очень круто, это очень красиво. Спасибо тебе. В итоге-то, да, мы получаем что-то такое, да. После, то есть, многочисленных тестов локация ожидает своего релиза в ближайшем обновлении. И она что? Она готова к динамичным сражениям, как yeah. что-то здесь, определенное. Yeah. Что у нас вообще дальше? Дальше я расскажу о непосредственно конструкционках. То есть, как делаются локации, я думаю, вкратце понятно. Я надеюсь, все для себя что-то выяснили. Но, как я уже сказал, тачки у нас делаются из конструкционных деталей. На самом деле, сделать конструктор так, чтобы он хорошо сочетался друг с другом и при этом красиво выглядел, это довольно нетривиальная задача. Нет. То есть, игрок должен уметь построить не просто гроб с пушкой, хотя можно сделать и так, но у нас игроки, за что вообще вам большая любовь, делают арткрафты. То есть... Люди любят делать красивые вещи, и я люблю заходить на выставку. У нас в игре есть выставка, такой творческий полигон от наших игроков, где можно посмотреть на их безумный креатив, и они там доходят до таких идей, что просто у меня, не знаю, у меня мурашки по коже начинают бегать. Это очень классно, ребят. Вообще большая вам любовь и респект за это. Сейчас я просто покажу несколько скринов деталей и немного поговорю о стилистике. Опять же, для тех, кто, возможно, в игру не играл или начал недавно, ну, я думаю, будет интересно посмотреть это, скриншоты из нашего рабочего браузера, где мы можем просматривать наши модели. Вот, допустим, у нас есть две кабины, опять же, постапокалипсис, слева скитальцы. Видно, что это кусок фюзеляжа вертолета, и он обшит и кастомизирован уже самими скитальцами для того, чтобы можно было на вертолете ездить по пустыне. По-моему, это очень круто. То есть они взяли, отпилили кусок летательного аппарата вертолета и адаптировали его под войну в пустынях. Невероятно. Вообще. Потом справа у нас, по сути, реплика тоже довольно известной кабины. Кто узнал, в комментах напишите. Ничего вам этот силуэт не напоминает. И здесь видно, что гаражные умельцы прям вот выстукали, да, какой-то старый металл и попробовали сделать свою собственную кабину. То есть они за основу не брали что-то конкретное, как вот скитальцы. Они изготовили ее самостоятельно, и прям видно, что под боевые действия. То есть когда мы делаем эти вещи, мы пытаемся представить историю того, как вообще размышлял человек или люди, которые делали, собственно, все эти детали, все эти кабины и пушки. Мы рассказываем через них историю постоянно, и, собственно, художники испытывают прям настоящую страсть к этому. Мы обожаем это делать и стараемся очень достоверно передавать историю в объектах. Дальше еще пара кабин. Вот, допустим, бешеные, про которых мы рассказывали. Облегченный крафт, сверху силовая конструкция, броня только закрывает то место, где лобовое стекло должно быть у машины. Потому что, ну, как бы лобовые столкновения, лобовая стрельба, наверное, самая опасная. Ничего лишнего нет. Мощные движки и, как бы, простой радиатор там мы видим в нижней части. Подожди, я правильно понимаю, это же механики? Да. То есть, это кабина, которую видно, что нашли на свалке. Она так и выглядит. Стекол в ней спереди нет. Может, они и были, их просто убрали, забронировали себе решеткой, поставили там... вентиляцию. Дело в том, что там в кабину напихано, видимо, разное оборудование, о чем еще говорит то, что вся кабина увешана проводами и специальными модулями, которые дают бонус деталям, которые ты к ним прикрепляешь. То есть здесь контраст высоких технологий и вот такой вот на свалке найденной кабины. Если мы вкратце можем буквально, для тех, кто знает, для тех, кто не знает, так вот закинуть такую небольшую мысль, что те специальные... вещи, про которые ты упомянул, да? Нечто, может быть, специальные пины, да? Да. Если люди знакомы с этим. Они были получены как бы от кого-то другого. Ну да. Я думаю, что можно догадаться. То есть откуда механика вообще такие технологии? Да. Дальше, конечно, пушки.
То есть куда без пулеметов в постапокалипсисе. И вот что характерно, я очень люблю вот подобные модели. Она просто вся украшена ножами. Ну как бы, а вдруг патроны кончатся, правильно? Ножов вообще, мне кажется, много не бывает. Постапокалипсис, мало ли что. Ну и для души нужно что-то сделать, поэтому там заботливо вот человек, который как бы обладает этим пулеметом, своего любимого мишку повесил для того, чтобы, я не знаю, он ему напоминает о чем-то, может, важном. Поэтому все-таки вроде там катаются суровые дядьки, но при этом в душе, видимо, они довольно глубокие люди. Как можно догадаться по таким моделькам. А это что такое? Это дискомет. Это, опять же, огнепоклонники. Вот, это те ребята, которые очень любят различную звериную тематику. То есть они любят броские цвета, теплые, оранжевые, красные, и они любят вот эти острые формы. Они из металла вырезают просто нефункциональные разные вещи для устрашения и придания своим, как бы, творениям какого-то угрожающего вида. И вот эта вот штука выпускает диск, который раскрывается и врезается в крафт и в землю, во все на свете. В общем, опасная очень штуковина. И тоже, как вы видите, мы в мельчайших деталях прорабатываем историю объекта. Вот он весь помят, он где-то проржавел, где-то он покрашен, где-то остались какие-то детали из старого мира, например, вот те же самые баллоны. А вот всякие железяки простые, это уже и сами огнепоклонники сделали и сварили, как умели. То есть они в этом... Видно, что не мастера, поэтому у них все так тяп-ляп получается, но в этом есть, по-моему, какая-то изюминка. А дальше пошли высокие технологии. Это, мне кажется, уже посложнее будет предположить, как будто бы, да, что да. Это фракция. Но давай, может быть, постараемся немножечко объяснить. Окей. Ну, я здесь вижу авиационную тематику. То есть здесь есть вещи, которые указывают на какую-то авионику. То есть вот эти... перфорированные листы металла, какие-то остатки воздухозаборников, как будто бы обшивки самолетов или вертолетов. И поэтому это скитальцы, плюс цвет подсказывает, то есть на то, что это такое. Скитальцы сделали дрона, вернее, дронопускалку такую, турель с дроном, которая выпускает вот этот бур, который может лететь и в какой-то момент вонзиться в крафт и, в общем, начать его пилить. То есть высокие технологии и такой прямой контакт. То есть есть некий контраст, потому что все-таки это не самые высокотехнологичные ребята. Видимо, они у кого-то эту технологию с дронами позаимствовали. Вау! А вот это уже супервысокие технологии. Это основатели. Вот, и они как раз знамениты у нас тем, что они используют различную бывшую раньше в употреблении строительную технику, причем она бывает очень высокотехнологичной. Например, здесь, мне кажется, это какой-то плазменный бур. Кстати, ты ведь дизайнил и моделил этот плазменный бур, да? О, было дело, я готов вообще, то есть, очень много рассказывать про это, потому что для меня лично это очень, как бы, интересный был... как бы такой момент, да, в создании его, где мы очень много, если ты помнишь, выясняли вообще дизайн, да, то есть у нас есть как бы триггер, если для тех, кто, допустим, да, знает чуть больше о кроссауте, это первый лазерный бур, да, то есть также введенный, точнее, привезенный основателями, да. Вот этот малыш, на которого мы смотрим прямо сейчас, это некто деструктор, да, это его отец, можно так сказать, да, то есть его уже потом... И как бы постарше, да, такой. Ну, это вернее, это продолжение линейки. Продолжать, но, да, да, да. Но расскажи, вот я вижу, что здесь идея в том, что было какое-то вот супер вот эта технологичная штука, которая, возможно, там бурила породу или еще что-то. Мы видим в задней части панель управления, дисплей уцелевший, да, какие-то переключатели. Мы видим даже ручки, за которые человек им манипулировал. Но при этом видно, что его пересобрали, как-то перекомпоновали и вот адаптировали под боевые действия. Я тебе даже больше скажу, ты знаешь, вот что это такое, что вот за объект, к которому крепится вот этот монитор? Расскажи, что-то напоминает, ну, что-то строительное явно. Что-то строительное, да. Да, точнее, это установка лазерного, алмазного бурения. То есть мы ищем какие-то интересные
форм-факторы, да, то есть ищем из реального мира, то есть набираем, прямо сидим, мы можем пару дней потратить просто на поиск референсов, да, и посмотреть, как, да, быстро там заскетчить что-то, да, может быть, замакетить, быстренько, да, модель накидать там, и посмотреть, представить ее, да, допустим, у нас было вот на этой пушке, мы долго думали, как вообще с задней частью, да, как обходиться, и мы вот нашли такой момент, его, значит, запаковали туда, и все в порядке. При этом здесь очень много вообще интересных, как бы, да, каких-то решений. Значит, ствол деструктора — это вообще линза, из которой, то есть, исходит вот этот лазер, да, и вот этот диск, который... казалось бы, что он там вообще делает, что там происходит, почему там какая-то радиальность, да, начинает немножечко происходить. Это, то есть, как бы батарея, это та батарея, которая разгоняет этот лазер, да, который показывает игроку или, если мы говорим немного более в тематике кроссаута, значит, человеку, которому управляет, она показывает ему вообще фидбэк дает, да, на значит, использование, да. Да, то есть... Эта штука общается с игроком, говорит ему, когда началась перезарядка, когда стрельба, по вот этому вот. Да. Короче, мне кажется, что все эти долгие поиски референсов и образов, они, в общем, игра стоит свечи, это видно. О. Мне очень нравится эта модель, я ее обожаю. Едем дальше. Здесь у нас вообще что-то совершенно нереальное. То есть здесь видно, что, в общем... Кто как умел, так и кастомизировал свое оружие. Здесь помесь из реальной пушки, как будто бы с какими-то довольно простыми технологиями. Здесь мы видим какие-то двигатели, кучу проводов, кабелей. То есть мы видим, что это что-то очень энергоемкое, и мы видим намек здесь на какие-то инопланетные как будто технологии. То есть вот во всем этом хаосе, казалось бы, я все равно вижу... очень такой запоминающийся образ. То есть и такие вещи, по-моему, они тоже имеют место быть. Ну и куда вообще в постапокалипсисе без выхлопух? То есть это как раз-таки те декоративные элементы, о которых я говорил. У нас их очень много, я картинки могу тут целый день показывать, но, конечно, не стану. Просто выбрал какие-то вот выхлопные трубы. Обратите внимание просто на то, как художник это все прорабатывает. Это не просто какая-то сложная выхлопная система. Мы обожаем турбины, мы обожаем и все эти коллекторы. Здесь есть и фильтры, и оборудование для регулировки давления. Кто присмотрится, поймет. Силовые рамы. То есть это должно выглядеть так, как будто какой-то человек это действительно сделал. То есть мы проводим очень много параллелей с реальным миром, и мы на этом заостряем очень много внимания. Да, и еще декоры, их тоже великое множество, я просто тему декоров вообще обожаю, на самом деле у нас в игре их делать всегда очень прикольно, потому что они не привязаны, знаешь, никаким технологиям, никаким фракциям, это такой прям чисто вот фан в чистом виде, это просто самовыражение вот и наше, и вот этих людей в пустошах, то есть... Здесь несколько скринов декоров на какую-то средневековую тематику, но ты представляешь, как это безумно взять горгулью и вот на вот эту свою многотонную машину просто поставить вот средневековую горгулью в виде фары, по-моему, это, ну... Безумие полнейшее, да. Но пожалуйста. Да. Я, знаешь, я думал, может быть, буквально пару слов про вот эту вот леди воинственную, потому что я помню, это ты ее делал, и ты рассказывал. О, ну да, ну... Фишки. Про историю сейчас создания, наверное, много рассказывать не буду, потому что я боюсь, что... Это чревато. Да. Это чревато. Но это объект постапокалиптического искусства. То есть, по сути, вот эти гаражные умельцы сделали образ богини Ники вот в таком виде. И у нас в игре эта штука, этот декор служил наградой за одну из потасовок. Ну, в общем, здесь... прямое проявление как бы арта и искусства вот в тех условиях жестких, в которых находятся эти люди. Так что, да, никому эстетика тоже не чужда, даже вот в таком суровом мире. Ну и справа шлем, в который воткнули фару, по-моему, очень изящное решение, почему бы так не сделать. Вау. Ну и давайте переходить дальше. Поговорим о самом главном, поговорим о пушках. Да, у нас в игре их очень много, и сейчас я просто быстренько пробегусь по линейке технологий, чтобы для тех, опять же, кто не в курсе, просто показать, какая вариативность вообще вооружения у нас в игре есть. И это лишь одна из групп деталей, которая присутствует. То есть, смотрите,
У нас есть пулеметы. Вот здесь мы видим всю линейку развития сверху вниз. Чем ниже, тем, условно говоря, круче. Пулеметы, ракетницы нам доступны, автопушки, контактные различные орудия для любителей, как бы, для тех, кто не боится, да, не стесняется, не любит держать дистанцию, как бы, знакомиться вот прям сразу вплотную. Энергетическое оружие, огненное оружие, классические пушки с разрывными снарядами, арбалеты, миноукладчики, дроны, дробовики и, конечно, гранатометы. Но вот ближе к сути, собственно, моего доклада. Я хочу рассказать о том, как вполне конкретный дробовик делался, какой у него вообще путь, как он появился на свет. Мы сегодня будем говорить не о балансе, не о его игровых характеристиках, а именно об арте. Давайте на этом сосредоточимся. То есть дробовик-парсер. Все начинается с идеи. Вернее, все начинается с потребности. Геймдизайнер озвучивает нам, арт-отделу, потребность игры в том или ином оружии. В данном случае нам нужен легендарный дробовик. Мы знаем, какие у него будут размеры, как он будет вращаться, сколько у него степеней свободы, и мы знаем фракцию, к которой он будет относиться. Также мы знаем его режим стрельбы. То есть, если непонятно, то пушка может стрелять по зажатию, очередью, как автомат, или может, например, иметь возможность зарядки, как в случае с этим дробовиком. То есть вы можете стрелять один раз, нажав на мышку, а можете немного его зарядить, зарядив, выстрелить, ну, как-то альтернативно. Такой некий чардж. Да, да, да. То есть механика зарядки, так называется у нас. И после того, как мы понимаем, с чем придется работать, начинается поиск образа. 2D-художник накидывает очень много образов, очень, как видно, простых. Местами он не думает о какой-то там суперэстетике рисовки или компоновки, он просто очень много накидывает идей, и при этом какие-то идеи отсеиваются, какие-то частично или полностью идут в работу. В общем, это прям такой микс, такое, знаешь, бурлящее такое море поиска. И при этом он очень активно изучает референсы. Что такое референсы? Это те визуальные образы, на которые мы будем опираться в процессе работы. Это могут быть какие-то реальные фотки реальных вещей, присутствующих и в реальном мире, кому-то знакомых, кому-то не очень, но также референсами могут быть уже имеющиеся у нас в проекте вещи, на которые мы отсылаемся, чтобы визуальную целостность сохранить. И ты что-то хотел сказать? Я вот хотел буквально вот указать, да, вот на один из... буквально правый верхний угол, да, там, видите, как будто бы немножечко расчерченная, да, вот эта крышка, да, вот этого агрегата. То есть мы, художник, да, не просто как бы смотрит на картинку на какую-то и пытается его повторить, да, потому что, ну, он анализирует буквально всю, да. То есть, как бы мы сегодня как бы в рамках, да, данного доклада, то есть не погружаемся, да, в какую-то безумную конкретику, да, ну чуть-чуть мы дадим вам немножко. Я думаю, это интересно. То есть для того, чтобы вот чуть больше понимания у вас осталось, художник не просто берет фотки и там что-то с ними делает. Для того, чтобы это все выглядело достоверно, правдоподобно и красиво, нужно проанализировать размеры, нужно проанализировать дизайн, почему эта вещь выглядит именно так и не по-другому, в чем ее выразительность кроется. То есть взять вот эти самые сильные визуальные моменты и обязательно сохранить их. И вот здесь как раз-таки вот в правом верхнем углу мы видим асфальтоутрамбовочную машину, которая, собственно, пойдет и станет частью пушки в итоге. И, конечно, чтобы ее использовать в работе, нужно ее проанализировать. Во-первых, надо сначала влюбиться в ее визуал, понять, что да, это то, что мы искали, и перетащить ее к нам. Также мы здесь видим очень много какого-то строительного оборудования, каких-то сочленений, железяк, гидравлических, ну, в общем, всякой гидравлики. И вот это вот все в итоге начинает потихоньку материализоваться в финальный образ, который мы искали. И в какой-то момент начинается довольно подробное макетирование того, что будет в финале. То есть это все еще, на секундочку, делает 2D-художник. То есть художник, который ищет образ, и у нас и делает 3D-макет. Этот макет технически
У него к нему технические требования очень размытые. Главное найти визуальный образ. Здесь как раз-таки массы, пропорции, общий характер. Вот что играет главную роль. И в какой-то момент, когда макет готов, художник начинает разбивать его по цветам и материалам, пояснять на своем эскизе какие-то неочевидные вещи, что-то дорисовывать, то, что, возможно, не замакетировалось. И здесь все еще идет работа по финализации концепт-арта. То есть из поисковых эскизов это все в итоге приобретает вот такие очертания. Это финальный концепт-арт, их на самом деле несколько. Это черно-белый вариант, есть еще и маленькие цветные. Но вот здесь мы видим вот этот вот листок, и в сопровождении еще нескольких уйдет 3D-художнику в работу. То есть для того, чтобы он мог правильно сделать свою работу, здесь очень много сносок на реальные вещи. Здесь обозначено то, что в макете отсутствует, какие-то вещи дорисованы. И есть подписи для того, чтобы человек понимал, с чем ему придется работать, потому что 3D-шник это будет делать очень подробно. Также на этом этапе мы не определились с тем, какие щитки будут защищать этот дробовик. И накидали несколько поисковых быстрых скетчей того, что может защищать его с боков, что его может обнимать или, может быть, приземлять как-то. И был выбран вот крайний правый вариант, отсылающий, опять же, к строительной технике. У нас есть в игре похожий какой-то вот отвал по характеру, поэтому мы 3D-шнику, 3D-художнику это тоже передаем. Ну, вернее, 2D-шник передает 3D-художнику. Для того, чтобы он понимал характер металла, характер спилов, то есть как бы возраст этого объекта, как он делался руками, или он с завода такой пошел, или с ним что-то случилось, у него там что-то где-то откололось, помялось, и в общем для этого и нужны референсы, и там словесное описание, и рисунки для того, чтобы рассказать историю того, что это в финале будет. После того, как весь финальный образ утвержден, 3D-художник делает высокополигональную модель. Вот здесь сейчас она называется хайполи у нас, мы ее так называем. Всего один скрин, но на самом деле за этим скрином стоит масса работы, и я просто не стал его скринить по этапам, потому что это достойно прям отдельного доклада, да, мне кажется? Вот. Но вкратце 3D-художник делает очень подробный, детальный, но все еще макет того, что это будет за пушка. Почему макет? Потому что вот эту вот штуковину нельзя запихнуть в игру. Кто знает, что такое полигоны? Здесь их там может быть 15 миллионов. То есть здесь вся соль в огромной детализации и проработанности вот этого вот объекта. На этом этапе мы уже точно знаем, как он выглядит, и мы до мельчайших, до мелочей его прорабатываем, вплоть до каждого скола, до каждого сварного шва, до каждого дефекта на металле. Здесь ведется уже такая финальная детальная проработка. Да, если можно вот буквально чуть-чуть, да, как-то пояснить, да, вот на тезисно, да, условно говоря, что такое хайполи, то есть макет, да, который был передан 3D-художнику, это просто плоскость, да, то есть, вот, скажем, вот этот щит, на который мы сейчас смотрим, да, его стенка — это просто плоскость из двух полигонов. Раз, два, да, и вот там он дальше идет, здесь, да, какой-то выход и все, все такое. Хайполи, да, скульптинг, очень важно слово здесь, это уже добавление, как бы, царапин, да, добавление сколов каких-то, дополнение, то есть всей этой композиции вмятинами какими-то, потому что это все убито, побито, разбито, да, может быть, в ходе боев, может быть, в ходе просто времени, да, потому что это просто апокалипсис, все мертво, как бы, да, уже вокруг. То есть мы добавляем всей этой, как бы, сложности с композицией, очень, как бы, тесно связываем, да, то есть смотрим, мы не можем просто взять и накидать там несколько вмятин, да, к ряду вот так вот. Это будет выглядеть неестественно. Они должны выглядеть красиво. Да. То есть это на самом деле тоже большой труд. Это такая специфическая задача. Очень интересная тема. И было бы, кстати, прикольно прямо на тему скульпта, например, прочитать какую-нибудь презентацию. Может быть, когда-нибудь. Кстати, на этом этапе, когда есть макет, и 3D-художник начинает работу над хайполи, геймдизайнер может уже начать обкатывать игровые механики в игре для того, чтобы не ждать финальную модель. Этот макет отправляется и делает свою работу у нас в студии, как бы в другой ветке, в ветке игрового дизайна. Мы же работаем над артом. А вот дальше делается лоу-поли модель. То есть вот именно вот эта модель уже оптимизирована.
Кто, опять же, не в курсе, что это вообще за полигоны, о которых я говорил, видите треугольники? То есть каждый треугольник — это некая поверхность, образованная тремя точечками, и вот это называется полигон. То есть здесь этих полигонов намного меньше, чем на вот этой хайполи модели. Как видите, она такая вся угловатая, как будто бы неказистая, но именно вот этот вот чувак пойдет в игру и станет тем самым парсером. Да. Но для того, чтобы как бы придать ему вид вот этой хайполи модели, чтобы вся эта работа была не зря, нам нужно сначала немножко подготовиться. Есть такая штука, как UV-координаты. Это то, что связывает 3D-объект с 2D-изображением, и это называется текстурной картой. 2D-изображение — это текстурная карта, ну, там, в простонародье текстуры их называют. И вот эта вот 2D-выкройка модели на плоскость связывает изображение с самой моделью. Вот мы видим, что на модельке здесь на зеленой ровненьким чекером располагают все квадратики, там почти что без растяжек, потяжек, и так мы видим, что вот эта развертка, эта выкройка сделана корректно и правильно по нашим требованиям. Тоже в детали можно не углубляться, но знать об этом, я думаю, тем, кто интересуется 3D и геймдевом, вообще стоит. После того, как у нас есть лоу-поли модель с этими UV-координатами, мы должны сделать из вот этой вот неказистой, угловатой, жесткой модельки, так скажем, уже более сглаженного и детализированного парсера. То есть вообще, мне кажется, сейчас проводится какая-то визуальная аналогия, да, с тем, что мы видели в хайполе и вот здесь. То есть справа модель, ой, слева модель без текстур, с жесткими ребрами, что вот очень бросается в глаза. А справа это уже модель с запеченной, с хайполе информацией. Запекание текстурных карт — это такой очень технический процесс. Он тоже достоин, мне кажется, прям такого профессионального, хорошего доклада, сложного. Тут мы об этом не будем. Просто хочу сказать, что есть такие ребята, как текстурные карты, которые позволяют из вот этого левого парсера сделать правый с использованием все того же посредника хайполи. Я быстренько сейчас пробегусь, как они выглядят. Вот эта вот карта нормалей. То есть вот эти текстуры отвечают за то, как моделька будет освещаться. То есть то, как игровой графический движок будет освещать ее и затенять. Она как раз-таки ответственна за всю ту вот визуальную детализацию сложную, за объем модели. Карты нормальные бывают разные, но суть у них очень похожа. Мы же в движке используем ту, которая справа, она называется Tangent Space Normal, это а слева же у нас тоже карта нормальная, но просто закодирована в других координатах. Она в текстурах используется, но немножко для других целей в игру не идет. Ну, наверное, углубляться не стоит. Дальше текстурные карты, которые собираются с хайполи, это карта кривизны и Ambient Occlusion. Кривизна — это карта, которая говорит нам о том, где у нас, скажем, выпуклость, где у нас впадина. То есть белый цвет для выпуклости, черный для впадин. Он нам нужен будет в процессе текстурирования. Ambient Occlusion — это текстура, которая, в общем, то, как объект выглядел бы, если бы его поместили в сферу, которая мягко освещала бы его со всех сторон. Это, так скажем, некая модель очень плавного, мягкого освещения со всех сторон. Дальше. Position карта наделяет каждую точку на поверхности объекта вот своим уникальным цветом. Опять же, это может быть непонятно, но технические алгоритмы с этим умеют работать, а 3D-художники по текстурам прекрасно понимают, как бы, что эти текстуры в себе несут и зачем нужны эти цвета и как с ними работать. Об этом я тоже сегодня рассказывать не буду. ID-карта — это карта, которая помогает нам разбить объект по материалам для того, чтобы, например, вот мы видим, у нас носик оранжевый, а за ним голубые поршни. И мы можем на оранжевый цвет назначить один материал, на голубые поршни другой, и так далее, идти по вот этой вот цветной карте, назначая те или иные материалы, какие нам захочется. После этого начинается еще один очень классный процесс, это процесс текстурирования. То есть текстурирование — это процесс создания материалов и назначения их на объект, грубо говоря. То есть мы у нас в студии используем наши предзаготовленные очень сложные пресеты, многослойные, для текстурирования. То есть мы здесь видим краску, грунтовку, ржавчину, металл, различные загрязнения. И вот эти все ребята
Ну, вернее, все эти, так сказать, все эти особенности материала, они для нас, как для художников, работают также и для выразительности. То есть мы благодаря сколам и, скажем, ржавчине можем показать объем и форму объекта, это если даже просто цвет игнорировать. И мы должны сделать обшарпанный, поживший свою жизнь объект, который будет выглядеть со всех ракурсов, с любого расстояния, привлекательно, объемно и не будет теряться. А также мы должны не забывать, что мы рассказываем его историю о том, откуда он пришел, что с ним происходило, кто его делал и, в общем, так далее. И должны его сделать эстетичным при этом. Пару слов про настройку материалов, допустим, текстурирование моделей определенных фракций. Тоже. Mm-hmm. Скажем, бешеные, да, и дети рассвета, например. Да, у нас есть готовые схемы материалов для фракций, то есть которые мы разработали, утвердили и используем для того, чтобы сохранить единообразие некое в повествовании. То есть если бешеные любят вот эти свои красные металлические трубы, окей, мы их используем. У детей рассвета там своя схема и свои материалы, свои фактуры и так далее. От фракции к фракции это все прослеживается. Чтобы было проще и быстрее. То есть уже заготовлено. Да, но несмотря на то, что это заготовлено, художник по текстурам ведет очень большую тонкую работу для того, чтобы для каждой конкретной детали сделать настройку этого пресета все равно наиболее оптимальной, и он много чего руками еще рисует, так что... Безусловно. Да. В дальнейшем у нас на выходе опять техническая информация пошла. Есть несколько текстурных карт, которые, собственно, и наделяют вот финальный объект его внешним видом. Слева направо цвет, знакомый нам Ambient Occlusion. Карта, ну, так скажем, металл, не металл, который управляет силой отражения. И карта шероховатости, то есть вот где белая, это у нас глянцевая поверхность, где темная, там будет матовая. Вот с помощью этих свойств можно задать, как бы, можно изобразить любой материал. От кирпича, дерева до там различных металлов, этого достаточно. То есть это и есть то, как работает physical base shading. Вот. А здесь мы видим финальный внешний вид парсера. Наконец-то мы его затекстурировали. Вот он. Справа у нас мы видим маску, по которой игрок, как я говорил, сможет его покрасить в любой цвет. Мы используем специальный чекер с направлением для того, чтобы быть уверенными, что краска и узор будут ложиться на него ровно и там, где нам нужно. После этого моделька отправляется в игру. Для нее делается модель физики очень простая для регистрации столкновений и попаданий. Дальше расставляются кости и делаются анимации. Косточки нужны не только для того, чтобы объект вообще смог шевелиться, но, например, вот снизу мы видим на основании у нас 4 косточки, которые говорят, где у нас будут пины для крепления, то есть вот эти площадки для крепления, которые есть у нас у каждой детали. На стволе, на кончике у нас есть косточка, из которой будет рождаться снаряд и так далее. То есть есть еще несколько костей для эффектов. В общем, на этом этапе расставляются вот эти вот координатные точки, которые будут и анимировать объект и позволят художникам по эффектам, например, прикрепить нужные эффекты к каждой конкретной косточке, в каждой конкретной позиции координатам. Снизу мы видим, ну, просто вот то, как аниматор вообще видит свою работу, ну, в каком-то отрезке времени, не всегда. Это анимационные кривые. Здесь у некоторых костей разными цветами показаны разные перемещения и вращения по осям. Аниматоры, я думаю, узнали эту штуку, если работают с этим. После этого моделька готова. Мы готовим ее к экспорту. Здесь она у нас в двух вариациях. Вот он в статичной своей позе. Вот он слева. Справа он втянул ствол и раздвинул свою, как бы, свою грудную клетку, так скажем. Это его анимационные позы. Я тут просто хотел показать, что вот анимация, то есть мы создали позы для анимации. То есть парсер готов отправляться в игру. Теперь художник заменит макет на финальную модель, ему напишут описание внутриигровое, все характеристики внутриигровые уже утверждены и прописаны. Также художник по эффектам сделает все эффекты выстрела, дымы различные, в общем, все, что может окружать эту модель, какие-нибудь искры, там, перегрев, там, свечение каких-то деталей или что-то в этом роде. И можно
гнать в пустоши и наслаждаться. То есть вот мы видим, как парсер ожил, и теперь он стреляет, в общем, и делает то, для чего вообще он, собственно, и был задуман. Кул. Поехали дальше. А для чего вообще все это? Ну, я думаю, это эти детали. Все вообще, все, через что мы сейчас прошли. Для чего? Что оно дает нам и вам? Рано или поздно это должно выйти на лайв, так скажем, да? Иными словами, чтобы вы играли в это. И у нас есть обновления сезонные, да, то есть различные ивенты, батл-пассы, то есть какие-то, в общем, события, в которых выходят данные детали. Например, давайте рассмотрим это, да, на примере батл-пассов, да, то есть это сезонное обновление, где ты прокачиваешь, как бы, да, грубо говоря, свою шкалу батл-пасса и получаешь за это вот всякие такие вот штуки, да, то есть это... Но опять же, это просто вот это тот контент, который делают художники. Здесь да. У нас и детали, и баннеры, и аватарки, и различные иконки на различные ресурсы. То есть мы говорим об арте, и поэтому показываем вам то, что мы рисуем. Это и фон, и интерфейс, и все-все, что на экране. Это вот визуал, это все про нас, про арт-отдел. И также вот эти вот сезонные Battle Pass обновления сопровождаются небольшими как бы мультфильмами, да, анимационными, которые рассказывают про то, кто, да, будет фигурировать, да, в главной роли в данном обновлении. Например, это будут, может быть, основатели, да, враг моего врага. И там будет небольшой мультик, который рассказывает про отношения, да, основателей. И вот мы видим Ivy Go, то есть механиков. Да, или это синдикат, то есть это появление синдиката, то есть это то, как они вообще, что это за ребята, что они делают, почему они приехали, как они вообще, да, дышат, чем дышат, как живут, да. Путеводная звезда тоже там про всякие, всяких персонажей различных, да, что происходит, какие-то исследования, да, мира Крусаута. Стальные гладиаторы, арена, да, самый наш последний Battle Pass с новым очень интересным режимом игры. И, собственно, это то, как живет Crossout, как он обновляется, как он эволюционирует. Мне кажется, эти мультики, они как раз-таки, они много жизни, ну, какую-то часть жизни вдыхают в проект. То есть мы помимо пушек вот этих бесконечных. Абсолютно. И тачек, наконец, видим людей, мы видим, что за всем этим что-то стоит еще большее. То есть мы можем провести некую параллель. И мне очень нравится смотреть эти сценки, по-моему, это прикольно. Да, и на этом да? Наша докладная часть подходит к концу. Сейчас мы как бы с радостью, с большой радостью проведем Q&A секцию, да, то есть это вопросы. Сейчас нам... Что там у нас? Что там у нас? Сейчас мы получим вопросы, мы на них с радостью ответим. Где-то, может быть, чуть детальнее, где-то, ну, как бы... В силу, просто каждый аспект даже вот того, что мы делали, да, показывали, да, что мы делаем, он невероятная глубина. Ну, мы пытались просто очень-очень по вершкам как-то вот по этой теме пробежать, потому что она очень объемная. И я очень надеюсь, что вам было интересно и что никто не устал от технической информации, но мы хотели все равно немножечко, знаете, приподнять эту завесу тайны 3D-моделирования и 2D-разработки для тех, кто этой темой интересуется, для тех, кто кому действительно интересно, что такое вообще геймдев-художник, чем мы здесь занимаемся, и надеюсь, что вам понравилось. Теперь мы ждем от вас вопросики. Ну вот, например, первый вопрос, да, как вы текстурируете модели, из каких источников используете текстуры? Немножко конкретнее, видимо, про софт, про методику, да? Ну, слушай, я думаю, что тут софт-то не важен, то есть текстуры мы из никаких источников не используем. Дело в том, что каждый материал — это определенная характеристика цвета, шероховатости и его отражающей способности, если так говорить. То есть мы не используем никакие фотоматериалы, если вы об этом. Мы, зная то, как работает PBR-шейдинг, physical based render, можем задать любые свойства любым материалам, а вот вся эта красота,
она... Ну, то есть, почему объект выглядит реалистичным? Это просто комбинация нескольких десятков вот таких вот преднастроенных материалов, которые сложным образом друг с другом взаимодействуют. Да. То есть, ну, хочу отметить, что Тарас сам занимается у нас, значит, созданием материалов наших, да, то есть для проекта именно CrossOut. То есть это ржавый материал, да, какой-то, то есть, который... То есть, где краска, есть слой, есть несколько слоев, да, то есть краска, грунтовка, да, ржавчина, то есть все вот эти вот, и там разные, то есть буквально настройки, да, того, как можно настроить определенный металл, mm-hmm. да, как у нас пластик также, то есть, работает, как мы, то есть там сварку, да, то есть многое из этого идет вообще из хай-поли, то есть этапа, да, то есть мы уже в хай-поли как бы закладываем, да, допустим, где-то сварка, да, то есть мы уже знаем, что вот здесь будет определенный металл, вот этот вот сварной, да, вот с этим небольшим градиентом выжженным, mm-hmm. да, а как мы, то есть это создаем, допустим, может быть, какая-то часть этого вопроса была, типа, как вы это делаете, да? Ну, понятно, ну, хорошо, материалы и все. Мы просто сидим и максимально изучаем референсы, да? И стараемся это как бы немножечко сочетать с легкой стилизацией, да? Чтобы еще сильнее вытащить эту выразительность. Да, чтобы сделать объект выразительным. То есть, если вас интересует именно техническая сторона, а в текстурировании очень много вот именно такой сугубо технической, профессиональной темы, если это интересует, то это прям тема для отдельного доклада. На этот вопрос можно лучше отвечать и со слайдами, и с подготовкой, и целые там 2 часа рассказывать. Так что когда-нибудь, надеюсь, у меня будет возможность вам об этом рассказать. Да, каждый, вот по сути, вот этот этап, который мы сейчас прошли на примере парсера, это полноценная, отдельная, вот минимум часовая лекция, да, то есть mm-hmm. то есть просто базы, и, да. И то мы только... Scratch the surface, yeah. да, то есть поцарапаем поверхность немножечко. Дальше, если процесс создания финальной модели в несколько шагов поставить, то какой порядок? Ну, то есть мы буквально, то есть вот это сейчас, да, на примере парсера. То он есть, так, как, да, то есть, ну давай, я просто перечислю его снова. Разок. Поисковые эскизы, которые становятся концепт-артом. Макет, high-poly модель, low-poly модель вместе с UV-координатами. Запекание текстурных карт, текстурирование, реанимация, готово. Вот кратко это грубо так. Грубо говоря. Каким образом создаются оптимизированные модели для игры? Насколько мне известно, все мелкие детали деформации, поедающие ресурсы ПК, mm-hmm. сводят в карты нормали. Еще дальше. Mm-hmm. Про оптимизацию полигонов понятно. Мне интересно, как создают текстуры для имитации высокой детализации. Смотри. Текстуры для имитации и детализации. Ну, опять же, ты, наверное, говоришь про вот эти вот всякие сколы и всякие микроструктурки. Хай-поли? Да, ну, как бы какая-то часть детализации уже заложена в хай-поли, а если мы говорим о еще большей детализации, например, там, загибающаяся краска, какие-то сложные ребра, там, ржавчины, не знаю, какой-то проеденный металл. Это все процесс текстурирования и... Как я уже сказал, это достойно отдельного доклада. Здесь вот на пальцах мне будет очень сложно объяснить вам это, не запутав. То есть, да, то есть, как бы, грубо говоря, за все выразительнейшие, да, и как бы вот эти правдоподобные, реалистичные моменты отвечают два, как бы, этапа. Это high-poly, угу. да, где закладывается весь этот base, да, все эти вмятины, все эти дела. И это текстурирование, где uh-huh. Вот эта закладка, да, в хай-поле, она как бы берет и принимает еще больший, как бы, да, законченный, как бы, такой финальный вид, где мы еще сильнее можем его там какой-то, да, вот шероховатостью, фактурностью, да, покрыть и uh-huh. окаймить. То есть, как ну, бы... Ты правильно заметил, что вот эта вот детализация вроде вмятин, она идет в карты нормали, не только в карты нормали, она идет также и в Ambient Occlusion, и в кривизну. И вот по карте кривизны мы можем найти ребра и в этих местах, где у нас там карта кривизны беленькая, стереть правильно с фасок металл, например, обнажив его и показав объем. Там, где у нас впадинки, мы забьем грязь обязательно и покажем тем самым и историю, и объем. То есть вот все это, все текстурные карты, которые я показывал, они, по сути, служат навигацией по модели и помогают именно с технической стороны забить грязь куда надо, сделать ржавым то, что нужно, что-то обшарпать там в полуавтоматически и так далее. То есть, ну, опять же, это сложный процесс, достойный вот своего прям
момента славы, мне кажется. Сейчас сложно ответить очень развернуто. Вкратце, надеюсь, понятно. Да? Надеюсь. Еще вот такой вопрос у нас есть. Какими качествами должен обладать джун, чтобы стать мидлом? Ну, банально, кроме опыта работы в 3D. И где эта тонкая грань между джуном и мидлом? Как пробиться в мидлы? Хорошо, давай расскажу. А для того, чтобы из джуна стать мидлом, во-первых, нужно гореть внутри. То есть нужно просто обожать то, что ты делаешь. Вот, вот я каждый раз, когда делаю свою работу, у меня вот волоски на теле, они просто вечно стоят дыбом, потому что я очень-очень-очень, скажем, взволнован от того, что делаю. Я обожаю это, и поэтому у меня это получается. И поэтому я в этой теме развиваюсь. И, но если уйти от этой стороны, то главным образом middle от джуна отличается большей самостоятельностью. То есть если за младшим сотрудником нужно контролировать все и обучать его, и при условии, что он, да, и горит внутри, и у него есть вот эта страсть, есть понимание и желание развиваться, и критику он принимает хорошо и правильно, и хочет становиться лучше, в какой-то момент он становится самостоятельнее, и ему можно давать задачи. Ну, не то чтобы уж совсем под ключ дал и не проверяешь, но, по крайней мере, можно дать блок задач, которые он сделает, без ошибок. За ним все равно вышестоящий художник, ну, в смысле, сотрудник, если мы не только художник говорим, это проверит, но он обладает большей автономностью, он может принимать больше самостоятельных решений, потому что у него больше опыта и больше желания включиться в работу. То есть самое главное — это очень хотеть и понимать то, что ты делаешь. А для этого, ну, нужен, да, ты правильно сказал, нужен опыт. Нужен опыт, а опыт приходит просто со временем. И когда ты работаешь с людьми, и когда ты общаешься с людьми, и когда ты готов принимать критику в свой адрес, развиваться, ты становишься в какой-то момент медлом. Да, и однако, да, допустим, вот Тарас сейчас заметил про вот эту самостоятельность некую, да, что как бы ты можешь взять пайплайн, да, пайплайн, что такое, это, ну, процесс, грубо говоря, да, весь, то есть, как бы от начала до конца, что ты способен взять его от начала и довести до конца, и это будет в полном соблюдении, значит, заданного нашего арт-дирекшена, да, и, то есть со всеми требованиями техническими и художественной выразительностью, а это... Это, то есть, сразу несколько пунктов, это как бы, это очень дорогого стоит, и, то есть, middle, скажем, давайте рассмотрим, да, тогда это на нашем примере, да, Таргема и Красаута, да, то есть, в нашем плане это, ну, это задача не из самых простых, то есть, быть мидлом, то есть, это очень дорогого стоит, потому что нужно сразу в себе сочетать, то есть, несколько, да, вот этих вот аспектов. Но я не хочу абсолютно никого пугать, да, для, допустим, для тех, кто хотел бы к нам попасть, может быть, на аутсорс даже, да, мы очень много работаем с аутсорс-сотрудниками. Хотел добавить просто, что даже несмотря на то, что мы все, да, здесь, то есть, как бы, занимается курсаутом, можем эту, как бы, автономность, да, выдерживать, да, в пайплайне, мы все равно постоянно друг... Мы сидим в одном кабинете, да, у нас всегда очень весело, мы, как бы, всегда постоянно... Показываем, общаемся, да, показываем друг другу наш, где мы находимся, процесс. Тарас часто подходит, говорит, о, нифига, вот здесь ты сварку там интересную очень сделал. А я бы, знаешь что, я бы вот здесь вот еще вот эту вот штуку продлил, да, вот, вот сюда, например, потому что он увидел, да, это не замыленным глазом, да, как у меня, потому что я сижу и как бы, и буквально я уже там 3 часа подряд, да, то есть занимаюсь вмятинами, да. Ты хочешь сказать, что несмотря на то, что ты... там, middle или выше, это не значит, что ты ни с кем уже не общаешься, и тебе не нужна помощь. Абсолютно. Мы всегда находимся в контакте, в любом случае. Ну вот, опять же, кратко, джун от мидла отличается тем, что джуну нужно очень много внимания. Внимание каждый день обязательно. А вот мидлу столько внимания уже не нужно. Ему нужно пропорционально меньше уделять внимания, и пропорционально меньше должно быть за ним контроля. Каждая студия сама проводит эту тонкую грань, где она располагается. Но вот суть ее примерно такова и есть. Да, да. Очень похожий на этот вопрос. Какие минимальные требования к навыкам 3D-моделирования, чтобы попасть в Таргем? То есть, что нужно уметь? Но давай я предлагаю, я начну. Может быть, здесь, то есть, как я ранее, да, заметил, у нас есть практика, да, такая работы с аутсорс-сотрудниками, да, как бы в нескольких департаментах, да, ну, в арт-департаменте в нашем, да, в том числе. То есть мы берем, то есть у Тараса, у меня, еще у наших коллег,
есть аутсорс сотрудники, художники, да, с которыми мы, которым мы выдаем, то есть задачи, да, какие-то, вот, скажем, парсер, да, к примеру, мы, я думаю, можем же совершенно спокойно об этом говорить, да, то есть он был сделан на аутсорсе, да, да. Ты его и делал. Да, да? Причем все этапы, то есть 2D разрабатывалось. На аутсорсе у нашего концепт-художника. Да. Потом 3D, то есть high-poly и low-poly делалось художником 3D-шником, текстурировалось это у нас внутри. Ну и да, там эффекты мы тоже сами производим, то есть это комплексный процесс, разные люди в него включены. Какие навыки нужны? Ну, для начала нужно написать нам на сайте, на почту. Я так по памяти не помню, наверное, ссылочку прикрепим к трансляции, чтобы вы могли. И связаться с нашим отделом кадров. Вам дадут тестовое задание, которое вы сделаете, и по которому может даже мне посчастливиться оценить ваши скиллы, навыки, дать рекомендации. И если это нас устроит, вы можете вполне попасть к нам на работу. Но навыки нужны такие. Нужно уметь моделировать, нужно знать какой-то 3D-пакет хорошо. Очень большим плюсом является хорошее понимание процесса запекания. То есть это прям... Одно из самых, да, основных вещей, то есть это техническое, да, как бы понимание, да, то есть все вот эти вот UV, то есть как лоу-полить нормально, да, как запекать, как, то есть раскладывать, упаковывать эти текстуры, да, и очень, то есть это чуть реже встречается, да, в наших кандидатах, но это просто огромный плюс, если есть понимание именно художественного аспекта, да, то есть вопроса, то есть это знание композиции, да, пропорции, умение вот этого анализа всего, да, то есть проведение анализа брефов и, то есть, как бы, пропорций, что мы, о чем раньше говорили в этапе концептирования, да, хай-поли, то есть вот умение, да, понять, прочитать реф какой-то вмятины, допустим. И ну, вот... тут кратко можно сказать просто, что нужно уметь анализировать то, что ты видишь, и какие-то представления композиции иметь. Это огромный плюс. Вот что нужно, чтобы начать, наверное, свой путь как 3D-художник. Да, такой вот еще интересный вопрос. А арт подвергается каким-то тестам с отдельными тестерами или только с главдизайнером? Ну, подвергается ли арт тестам? Наверное, нет. Ну, смотри, давай я так отвечу. Вот мы сделали модель, она отправляется на проверку всегда перед тем, как пойти на лайв. Могут обнаружиться какие-то проблемы, например, там деталь не красится, забыли там сделать маску покраски, или она там как-то отвалилась. Деталь, каких-то эффектов на ней нет, может быть, анимации не работают, может быть, там звуки не проигрываются. Кстати, совсем забыл, что еще ведется озвучка деталей, и это тоже отдельный процесс, и она может идти в момент прототипирования, когда есть макет, либо уже, когда моделька финальная и есть анимация, для того, чтобы понять, как ее озвучить, это тоже это очень интересный процесс, и у нас над этим трудятся, в общем-то, очень крутые ребята. Респект вам, если смотрите. Так. Да, то есть, иными словами, да, то есть, если да, подчеркнуть, да, то есть, подводится ли каким-то проверкам, да, на самом деле подводится, я просто не совсем сначала понял. Но скорее технического характера, потому что арт утверждают старшие художники. То есть, если ты старший художник, ты, собственно, и несешь ответственность за этот арт, ты его разрабатываешь. Вот я, например, я работаю с концептерами, я работаю с 3D-шниками, я работаю и с текстурщиками. То есть, я весь процесс понимаю. И, собственно, вот мной, допустим, он и проверяется как художником. Егор ведет тоже своих сотрудников. И он тоже контролирует вот те процессы, которые за ним закреплены. У этого всего есть там самый высший арт-документ, которому мы следуем. Но мы все находимся в постоянном контакте. И вот в арт-отделе все это согласование идет, а какой-то еще проверки специфической вроде как для этого и не нужно. Ну, грубо говоря, если есть какие-то баги с моделью, да, там да, вот... текстура там, ну, как-то не прогружается. Разные технические косяки, да. Да, им нам просто тестеры отправляют обратно на нас, да, задачу мы ее поправим, да, фиксим, да, что называется, и просто все. А замечания по стилистике, например, ну, если они бывают, они на самых-самых первых этапах поисковых эскизов могут обсуждаться в команде, то есть любой может подойти и там поделиться своим мнением, может, что ему нравится, чего он хочет,
и так далее, или спросить у нас, почему мы поступаем именно так, а не иначе. То есть это прям в самом начале происходит, мы все договариваемся, если нужно. Да. Я думаю, на этом мы можем... У нас больше нет вопросов? У нас больше как бы, да. Угу. Нас... Да. Ну что, ребят, тогда спасибо вам, что смотрели. Да, большое спасибо всем вообще, кто играет в нашу игру, кто интересуется, да, то есть тематикой арта, то есть как бы очень рады были, как бы, что вы пришли. Всем огромное спасибо. Да. Берегите себя и своих близких, да. То есть будьте здоровы и продолжайте разрушать друг друга в этой игре. Ой, оу, сорян. Всем пока, ребят. Пока.